Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы приготовим отличную заготовку на зиму. Это фасоль в собственном соку. Она чем хороша? Тем, что закрываю ее без уксуса, без томата, других овощей. Прекрасно подойдет в салаты, в супы. Я очень люблю грибной суп в ее составе, щи и так далее. Вот минимальные затраты, зато польза максимальная. Очищенную фасоль от мусора и стручков мы будем взвешивать при помощи весов, чтобы определиться с количеством ингредиентов. Вес нашей фасоли 1 килограмм. Вот, соответственно, мы так и подрасчитаем. Смотрим, чтобы фасолька была чистая. Соль нам пока не понадобится. Мы на 12 часов будем замачивать в воде. По истечению времени сливаем воду и хорошенько промоем фасоль под проточной водой. Я переложила фасоль в более крупную посуду, потому что фасоль при варке сейчас будет разбухать. Добавляю к фасоли соль, это 3 чайные ложки соли. Далее я кладу лавровый лист, ложу я его в начале, это 6 листиков лаврового листа. И буду добавлять воду. У нас уйдет 4 литра питьевой воды. Варить фасоль мы будем в течение от 30 до 60 минут. Фасоль должна быть полностью готовая, то есть мягкая. У меня ушло 60 минут. Не забывайте снимать шум. Вот такую пенку. Вот она будет образовываться. Возможно, с ней какой-то мусор, который мы не споймали. Параллельно будем стерилизовать банки и крышки известным вам методом. Готовую отварную фасоль будем раскладывать по чистым стерилизованным банкам при помощи ложки и черпака. На дно банки мы уложим щепотку лимонной кислоты, чтобы дать 100% гарантию, что фасоль будет стоять. На вкусе это никак не отразится. Равномерно распределяем фасоль по банкам. 2/3 от банки занимает точно фасоль, плюс-минус 1/3 это у нас рассол. После того, как мы разложим всю фасоль по банкам, мы крышку будем неплотно укупорить, потому что дальше пойдет у нас банка для стерилизации в духовку. Температура 150 градусов, нижнее прогревание. Вот, и так она будет 15 минут после закипания там стерилизоваться. Все, наши закаточки закипели. Будем закатывать. Видите, уже пошел процесс такого бурления во всех банках. Вот они у меня так 15 минут бурлят. Угу. И не открывая баночки, я сейчас закатаю. Сейчас будем закатывать. Наша фасолька до сих пор бурлит. Так хорошо мы ее простерилизовали. Вот, значит, поставили крышками вниз. И сейчас я ее хорошо укутаю одеялами. Делать я буду это при помощи 2 одеял. Вот, укутываем и оставляем до полного остывания. Я надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч. Пока-пока!